по-моему, что-то не то. Вот так лучше. Ну, хотя разницы нет. Так, пошла запись. Что там говорит она? Что именно говорит? Здрасте. Здрасте. Значит, сегодня у нас будет Game of Петух. Это что-то типа Game of Bike или Game of Blade. Петух. Да, петух. Петух. Мы друг другу заказываем трюки. По очереди их делаем. Друг за другом повторяем эти трюки. И тот, кто не смог повторить, получает букву. Первую букву. Букву П. И тот, кто первый получит полностью слово, тот петух. Петух. Тот начинает заказывать трюки, кто дальше проедет на одной ноге. Долго учились? Ну, года 2-3. В первую очередь Тёмчика. Первый трюк 180 на одной ноге. О, хорош. Ну, нормально. Трючок от меня. Пятки накрыты. Хорош. Мой трюк это 180 вот здесь. Долететь дальше, чем до середины вот этого трамплина. Да, мощно. Ваня одел шлем. Ох, хорошо. Мне нужно запрыгнуть на вот эту вот хрень, сделать грэб и спрыгнуть. Ну окей, поехал. Я вот так буду его снимать. Тёмыч будет делать такую дичь. 180 на носки и там 360 на трамплине. Вот так вот. Трюк от Вани. Он сказал, что это сюрприз. Сейчас будет 3D-ба. Ты себе так бампер сотрёшь. Артём будет перепрыгивать вот всю вот эту вот плоскость. Ты чё? Чётко. Значит, Ваня должен допрыгнуть вот отсюда. Вот туда. Быстрее, быстрее, сильнее. Оп! Не допрыгнул. Пи. Ты пи, ты понял, что ты пи? Я понял, что пи. 3,14. Типа интеллектуальный юмор. 360. Прыжок через этот парапет. Но не простой, а с грэбом. Ты взялся? Да? Трюк Вани называется фристайлер. 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 Артём будет делать 180. Опасно, опасно было. Оригинальные ракурсы от меня. Ну ты грэб взял? Ну такое. Ну чуть-чуть взял? Ну хоть чуть-чуть. Коснулся. Ну коснулся, но ты хоть взял, ну нет? Да я не. Ладно, вот пол буковки. Пол буковки. Да, маленький. Ваня заказывает. Ну ладно, давай. Следующий трюк. Сейчас Тёма будет делать 360 на радиусе. Опасно? Мое условие в том, чтобы сделать не ниже, чем вот тут.
Еще полбуковки. Ну ты как бы типа сделал, но типа полбуковки. 180 вот с этого трамплина. О, хорош! Следующий трюк! Сидим, гундим. What the fuck, man? Здравствуйте. Здорово. До свидания. Тут надо водички булькнуть немножечко. О, здравствуйте, до свидания. Что, не понял, я здравствуйте тогда? Что, хренёшь? Заглючил, пацан. Водичка. Будешь водичку? А мы переходим к уровню хард, потому что здесь мы будем делать те трюки, которые еще никогда не делали. И здесь цель не в том, чтобы сделать трюк сразу, с первой попытки, а в том, чтобы его вообще сделать. То есть человек получает букву тогда, когда он вообще не сделал трюк и не смог. То есть так сказал, нет, я его делать не буду. То есть если он даже с 10-й попытки его сделал, он все равно его сделал. Это считается. Трючок для меня. Проехать вот все вот эти вот три трамплина. Я никогда не делал, просто Артем тут когда-то очень сильно упал. Разгон, разгон, разгон! О! Следующий трюк! Вот это ласточка! И-и-и-и! Ну, сделал, молодец, чё? Давай, Ваня, ты сможешь. Я в тебя верю, у нас хард. Хардкор. О, хорош. Давай, дэп. Я там чуть, блин, не зацепил. Че? Ваня, попробуй, это не такая дичь, как ты думаешь. Это хуже дичь. Давай. Да, да, давай, давай. О, хорош. Так вот, а ты шо, нормально. Ну ты почти сделал, эти полбуквы можно. Иди нахрен. Да я-то что с тобой не так? Ваня хочет 540, а 540 его не хочет. Надо было 360 чисто. Как ты думаешь, я смогу сделать 540? Думаю, нет. Думаешь, не смогу? Думаю, нет. А давай, если я сделаю, то тогда тебе буква Х, и ты петух. Ну окей. Ну почти, почти. Главное сжать булки. Главное их вжать. Меня задолбал, я больше не буду делать это дерьмо. Я уже, блин, пол тут обдолбил моих колес, говно. Все, Ваня петух, я не петух. До свидания. That's good.